Привет, привет всем, привет, привет. Доктора нет, рулю я. В общем, пока, короче, его нет, он отдыхает. Я решил ему тут звезд посливать. Блин, сейчас будем качать Валика. Сейчас будем качать Валика, посмотрим. Ну, надо качать его на максимум, но это долго тыкать. Доктор сказал, нафиг я не буду. В общем, буду тыкать я. Я люблю такую вещь. Так что давайте посмотрим, что будет выпадать. Что у нас по клубам. Итак, у нас Валик сейчас выкачен на плюс один. На плюс один надо максимально его выкачать. У нас 86 тысяч звезд. Потратить придется примерно около 30 тысяч. 30 тысяч звезд придется слить, но ничего страшного. Можно же иногда хотя бы посливать звезды. Так что давайте пойдем в клуб, ну и будем потихоньку тусить. Если выпадет чужой, хорошо. Но ничего говорить не буду, потому что чужим большая проблемка. Ну, как сказать, проблемка. Большая проблемка у чужого. Прям колоссальная. Кстати, ресурсов хорошо сыпет прям. Вон, генетики. Как с подарочков, ну, со средненьких таких. Блин, чужой выпадет, я буду долго смеяться. Так, отлично. Валик второй. 20 пяточек. Блин. Мне так жалко звезд. Блин. Чужой 17-й. Хе-хе-хе, Макс, смотри, Макс, это твое. У кого ты 14-й не упал? Ну, у меня на складе валяется, честно сказать, что вообще, ну, никуда. Никуда не канает такая перспектива. Эй! Блин, звезд давай. Ну хоть один-то раз. Много-много насыпь. Много-много звезд. Прям очень-очень много. Там 2000. Валик третий. 45. Ну, ё-моё. Ну, в подарках ничего нету. Ну, хоть Валика качнуть. От него больше пользы будет, по крайней мере. Чужой 18-й, Макс, чтоб ты уелся просто. Ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги. 75. 43. Да. Зато смотрите, как уходят звезды просто. Вот, ну, 74 уже. Ну, он дорогой. Интересно, качнется? Нет, оно вообще просто. Да еще звезд много. Много звезд, дай. Не хочет. Какой жадный. Какой жадный. Да ё-моё тут. Ладно, ладно. Итак, Валик у нас четвертый. Ну и последний, самый длинный, 75 надо еще раз. Хочу себе его, хочу. Первый раз за всю свою карьеру выкачать себе Валика. Вообще, до этого вообще никогда не качал. Просто была возможность выкачивать какие-нибудь призы, была возможность выкачивать что-нибудь интересное, но сейчас, как вы видите, ничего. Чужой 19-й. Ахаха, чужой 19-й. Смех вообще, просто смех. Сорок четыре. 85. Да блин. 4. 380, ну наконец-то. Ну звезд, не пугайтесь, улетит очень много звезд, прям. Какой приз вообще смешной. Да. 25 тысяч уже. Пятидесятник. Еще 25. Я слил звезды в никуда. Ну и 380 еще звезд. Кстати, 380 еще максимально. Вроде 600 дает или 700 ли дает там звезд.
Ну, генетики насыпет, конечно. Шау насыпет. О, последний. Итак, в общей сложности, как вы видите, слилось на все про все. Было 85 тысяч. 85 стало 53, да, 30 тысяч звезд. 30 тысяч звезд, короче, сливается. Ну, я думаю, не просто так. Прям дает нехило количество торнов. Посчитал по всем данным, если даже на кошмарке покупать билеты, он оказывается намного выгоднее. Ладно, Максу большой привет за то, что ему не выпал чужой. Если смотрит, если кто-то может, передайте ему так. Привет, кто-нибудь напишите под его видео. Ну, а так, мне, по сути, остался всего один чужой. Если ему какой-нибудь баф придумают, какое-нибудь яйцо, еще что-нибудь, то, возможно, чужой заиграет новыми красками. Но пока это чужой, который лежит на складе. Он не нужен пока. Есть Годзилла теперь. Она намного веселее. Ну ладно. Всем пока, а с вас лайкосик, конечно. Конечно же лайкосик. Ой, пойду доктора радовать. Пойду доктора радовать, чтобы он посмотрел. А то я тут старался. Пока.